Бодрого вам времени суток! В эфире A1 Hip Hop News. Прямо сейчас стартанет самый крупный и интересный челлендж лета – Longboard Challenge от Long City Life. Старт и финиш происходил на площадке Puma Social Club в парке Горького. Челлендж – это вызов самому себе, проверка своих сил и способностей. Слушай, ну вот пока ребята стоят и ждут за своих заданий, можешь ли ты нам рассказать все-таки, в чем главная загвоздка этого квеста, челленджа, я не знаю, как это еще можно назвать? Но мы описываем культурные достопримечательности Москвы и завуалируем это как задание. То есть делаем так, чтобы это не сразу было понятно, что многим надо все это ехать туда, а именно так, что они должны еще догадаться, куда им надо ехать, покопаться там в Гугле, в своих мозгах и приехать туда, куда мы сделали челлендж. После регистрации были объявлены правила и обозначены точки маршрута. Хорошо, приезжают они на эту точку. Что они должны там сделать? Выполнить какое-то задание? Они должны сфотографироваться, чтобы подтвердить то, что они нашли это место действительно, и уже переходить к другому заданию. Команды бились друг с другом в выносливости и смекалке. Ну и, конечно, наградой стало не только участие или победа, но и подарки от Пумы. Зависит все от того, как они быстро выполнят челлендж и как догадаются они до всего этого. Если они быстро поняли всю тематику челленджа, все задания, то они продвигаются дальше и в итоге переезжают на финиш. А часто бывают падения, потому что когда гонишься за скоростью, как известно, могут быть всякие разные приключения по дороге. На самом деле очень много падений, некоторые даже вот приехали в защите, в шлемах, и поэтому тут уже зависит от личной уверенности в том, как человек катается. Организаторы проводят подобные челленджи регулярно, а на площадке Puma Social Club в парке Горького каждый день происходит что-то интересное. Так что бери ноги в руки, ну или скейт в руки, и проводи это лето с пользой.